Hello everyone. We are going live with Sergei Pitila today from Finland. So let me bring him up. And oh, Vashon. Hello, how are you? So let's say hello to everybody. I'm Dasha Jamieson with Red Rock Pastel Society of Nevada, and we're doing a series of interview to promote our upcoming online show. I'm going to show you our prospectus a little bit later. So entry deadline is April 15th. Please become a member of Red Rock. Send me a message if you don't know how. And but today we're going to talk about Sergei Pitila. Сережа, расскажи, пожалуйста, о себе. Добрый вечер, день, ночь, у кого что. Я родился... я Сергей Пьетеля, да, я родился в Карелии, сейчас в данный момент живу в Финляндии. Собственно говоря, что еще сказать? Учился я в Костромском педагогическом институте на художественно-графическом факультете. И после этого еще учился в финском Тайли институте, что значит институт искусств, но это не вообще искусство, а именно... художественное искусство, скульптура, живопись, рисунок. Let me translate it really quick. So Sergei Pitila is originally from Russia, from Karelia. It's close to Finland, and he was born there and studied in Russian university. So your first education is pedagogical, so you are a teacher by your first education. And later in life, you studied in Finland in a fine art university. So you have both education as a teacher and as an artist. That's awesome. Да, ну, расскажи, пожалуйста, о своей педагогической деятельности. То есть педагогическая деятельность была связана с искусством всегда или... Да. У меня была своя студия, школа, вот, я около 15 лет преподавал, ко мне ходили, я никогда с детьми не занимался, ко мне ходили студенты того самого института, в котором я и учился. So, Sergei had his own studio for 15 years, and he always worked with students and adults, and taught art for 15 years. Was it academic art? Это было академическое образование, то, что преподавали в академии, или у тебя выработалась своя методика какая-то? Безусловно, выработалась несколько своя методика, потому что наш педагогический институт, художественно-графическое отделение, было такое немножко своеобразное, и акцент все-таки был на педагогике. А поскольку я именно любил рисовать, то мне приходилось смещать свои акценты. He created his own method of teaching arts, and it was slightly different from traditional academic drawing. Okay, we are Pastel Society of Nevada, so I'll get to start to ask you, when did you start working with pastel? Когда с пастелью начал работать? В институте мне на первом курсе подарил мой друг маленькую коробочку старой пастели. Вот, и я случайно нашел большой рулон светомаскировочной бумаги в подвале, которая предназначалась для светомаскировки в случае бомбардировок. Вот, он был вот такой толщины, вот такой рулон, 2 метра высоты. И я имел возможность отрезать, это черная бумага была, поэтому у меня тяга к темным этим фонам. Я отрезал и где-то за несколько лет вот сузил вот это, вот такое бревно, я его сточил вот до такого диаметра где-то. That's a fascinating story. Thank you for sharing. So, first year in art university, a friend of Sergei gave him a gift of small box of pastels, and Sergei found a roll of black paper. It was technical paper. I don't know how to translate what type of exact paper it was, but it was a dark surface and it was in a big roll. So Sergei started working with it, and in 5 years it
he almost used it up. So you can see his works, and most of them still done on a dark surfaces, and it's kind of helped with his style. А ты всегда жанр у тебя был один, или ты работал и с пейзажем, и с портретом в институте? К чему в институте основной задачей института, которую я себе поставил, это сбежать из этого института. Вот. Я хотел все-таки взять и поступить в какое-то более серьезное учебное заведение, поэтому я готовился к поступлению, поэтому портреты, обнаженка и пейзаж, натюрморт у меня были абсолютно забытые вещи. Вот. Ну, лично для меня, как бы, во время моих занятий. А над чем же ты тогда работал? Над портретом и над обнаженной фигурой. Okay, so your main focus in university was on a portrait and on nudes, because you were preparing to get into the different higher art university. And можно сказать, что тогда в Финляндии, поступая в институт Финляндии, ты этой цели достиг, да? Нет, нет, это было немножко... это разница в несколько лет была. Я хотел уйти из своего института прям непосредственно, сбежать оттуда. Поэтому я ставил задачу, я готовился к побегу. А в институт художественный здесь, в Финляндии, я поступил, когда я приехал в Финляндию, для того, чтобы подтянуть язык и познакомиться с финским искусством. Там была программа, специальная программа для повышения квалификации уже профессиональных художников. Это специальная такая программа. I kind of fast forward few years. So your main goal in Russian art university was to escape this specific art university, and that's why you was brushing up your skills in portrait and nudes. But later in life, when you enter university in Finland, it was a higher education for professional artists, and upon moving up to Finland, you decided to study culture and also immerse yourself in Finn art and I don't know, Finnish art, what would be correct English for that, but anyway, it was more professional and higher education. So here we go to my next question. What's the biggest difference between Russian academic school and art school in Finland, art university in Finland? Разница в образовании. Поскольку я не учился в академиях, вот, я учился только в педагогическом, вот, я могу сравнить только с этим, но, как я понял, проблема, она одна и та же стоит, разница существенная. Она состоит не в, собственно говоря, уровне образования, который дает педагоги. Российская школа, конечно, это величайшая школа, одна из великих школ в мире, но есть такой маленький момент. Заканчивая финский институт, а может быть даже и школу, студент обладает гигантским навыком по как художник, как профессиональный художник. Он уже разбирается, абсолютно разбирается во всех художественных сайтах, он разбирается в арт-маркетинге, он может собрать буклет собственный, в смысле книгу полностью откорректировать. То есть он профессионал. Насколько он, не знаю, профессионал как художник, но он, в смысле, живописи или там еще, но он профессионал-художник как бизнесмен. Okay, let me stop you here and let me translate this part. So you recognize Russian school as one of the strongest art school what's out there in regards of the technicality of fine arts, painting, drawing, and etc. But when the main difference is
when Russian student graduates, they basically know just the skills on how to paint and draw. And when students in Finland graduate from the higher art school, they become professional artists in a sense of being business person. So they can write their website, they can create their portfolio, they can write CV, edit catalogs, enter exhibitions, they're familiar with the art market, and they more together as an art professional. We're going live with Sergei Petelia from Finland, and I'm Dasha Jamieson with Red Rock Pastel Society of Nevada. We're doing series of interview from with artists from all over the world to promote our upcoming online show. Let me ask you about online shows. Я тебя хочу про выставки спросить, если уж мы по этому поводу собрались. Почему важно художникам отправлять работы на выставки? Я думаю, что просто для как бы художника очень много работает в одиночестве, скажем так. То есть он на один со своей работой. И очень часто довольно-таки хорошие, сильные ребята, они, скажем, не уверены в себе. Не уверены в себе и трусят, откровенно трусят выставлять свои работы на этом самом, на выставках. Думают, что подходят к этим, к этому очень и очень как бы. Но это опять же вот по момент этого нашего образования, как бы, о котором я только что говорил. Uh-huh. Да? So ask Sergey a question, why it is important for artists to enter the shows. And the point he made is what a lot of talented artists, and as an artist, you mostly work alone, and sometimes you get your insecurities and you're not sure about your work and you don't want to show it to anybody. So these group exhibitions kind of force you to show your work alongside with your peers, and you can measure up. And that's the big difference between, again, Russian school and European art education, maybe international art education. Ну, в Изи, это и образование, и как бы, ну, не знаю, я, например, очень серьезно трусил, когда закончил я институт, вот как раз российский институт, я мог все что угодно, мне казалось, но я вышел на улицу, и, собственно говоря, вот тот недостаток самомаркетинга, ну, я не знаю, как это объяснить. То есть абсолютно не готовность к арт-жизни, к конкуренции, к этому самому, к способам рекламы, саморекламы. Ну, то есть вот нарисовать ты можешь картинку, а что дальше с ней делать? Let me translate this part. So, upon graduating from Russian art school, you had very strong skill set as an artist, like technical skill set, but you had no clue absolutely how to market yourself, in a sense, where to show your work, what exhibitions to enter, how to market yourself. And did it change after, like, I know it was years in between, but did it change? Did you have more skills after graduating in Finland? Это изменилось после окончания высшего заведения в Финляндии? Ну, это очень, как бы, да, да. So your higher art education in Finland motivated you to show your work more and enter exhibitions and promote yourself as an artist, not just work on your skills, but also work on marketing career. Ну, я думаю, что, собственно говоря, почему необходимо участвовать в выставке? Ты же не можешь научиться плавать, например, не прикасаясь к воде, правильно? I love your metaphors. So you cannot learn how to swim without jumping into the water. So enter the show,
jump into the water and learn how to swim. So that's also part of artistic life. There are a few new people joining us. Hello, Natasha. I'm Dasha Jamieson with Red Rock Pastel Society of Nevada. Please subscribe to our channel to not miss our future interviews. We're preparing whole other series till our entry deadline on April 15th, and we are promoting our upcoming online show. And today we're visiting studio of Сергей Петеля. Петеля. Я до сих пор не могу произнести твою фамилию. Ничего страшного. Ужас, ужас, ужас. И мы говорим про art education, финляндскую школу, российскую школу, недостатки обеих школ и почему важно участвовать в выставках. And of course about pastel medium. Okay, so we have a question from Larissa. Let me ask, you can read it in Russian. Let me ask it in English. So what's your outlook about watching, entering art shows to increase your rating, to increase the cost of your work? So... Да, это Лариса из Санкт-Петербурга задала вопрос по поводу повышения стоимости работ и участия в выставках для повышения рейтинга. Но я хотел сказать, что для меня участие в выставках не является вот такой самоцелью для поднятия саморейтинга. Вот, это да, это можно сказать даже. Я скажу честно, это борьба с собственными страхами. Либо ты подаешь свою работу на выставку, либо не подаешь. Либо ты, собственно говоря, выясняется, что твоя работа смотрится рядом с другими работами, либо ты не имеешь возможности оценить. А все остальное, вот рейтинг и... количество выставок превышает стоимость продаваемых работ. Ну да, ну да. Но есть такая формула, что 80% успеха зависит от 20% твоих попыток. Если ты сделал 10 попыток каких-то, только 2% принесут тебе успех. Все остальное. Enter the show, it's for Sergey, it's not just increase rating and increase the cost of his works, but it does help, obviously, but it's not the main goal. The main goal is overcome your fears and just measure up with your friends and show your work alongside with other artists. It's about camaraderie and about showing your work, introducing your body of work to the wide public. Also said about 80 to 20% true. So if you make 10 attempts and only two of them may be successes and eight of them you just did it to get in a repetition, so just for practice. So you shouldn't expect to be accepted to every show you enter, right? Or get an award in every show you enter. То есть не надо ожидать, что каждое шоу, в которое ты отправишь работу, что тебя туда примут, что тебе дадут медальку. То есть не надо так делать? Безусловно, нет. Ну, как бы желательно, но математика есть математика. Не надо расстраиваться, если ты не этот самый, не прошел. So, do not get discouraged if you did not get an award, did not get into the show you wanted. You tried, and it's all game of odds. Living in Las Vegas is actually game of odds. Math is there, and you know how you can play the odds is just make more attempts. Let's move into your body of work. So, вопрос от Ларисы из Санкт-Петербурга. Палитра в работе всегда была колористической, как сейчас, или менялась с ростом профессионализма? Okay, let me ask it in English. Did your palette change a lot during your art career? Did you always use a colorful palette?
Я вам скажу такую смешную историю. Я участвовал, значит, в выставке, в биеннале, которую проводила итальянская фирма Феррарио. Вот, замечательное такое биеннале, оно продержалось несколько лет. Вот, и на каждом биеннале нам дарили коробочку пастели. Так вот, по мере того, как коробочка кончалась, у меня менялась палитра. That's very interesting answer. And Sergei said funny story. He used to participate in Biennale by Italian art supplier Ferrario, and every Biennale he received a new box of pastels, and his palette changed with new pastels coming in. So we kind of talked about it with Yelena yesterday. What type of pastel, type of materials you have access to kind of predetermine the style or the even palette in your case. То есть от материалов многое зависит. Мы вчера с Еленой Прудниковой говорили про это как раз, то, что она хотела бы попробовать более экспрессивную и более такую живописную манеру письма, и поэтому хочет попробовать такую экстра мягкую пастель. То есть зависит от материалов очень много, в каком стиле ты пишешь, восторгаются твоим удивительным синим и как вы к нему пришли. I promise Sergei, do not ask question about his secret blue paper. You guys can peer pressure him into discovering these secrets, but he asked me not to ask him. So please, please, please ask him directly then about his secret paper. He is not sharing at this time. Let's talk about portrait. Давай поговорим о портрете и о нашем курсе, который мы записали. Несколько студентов нас смотрят сейчас. Как мы пришли к этой идее и что мы рассказываем в этом курсе? So, I guess it's a couple of months ago, we came up with idea to record online lesson and actually do a live Zoom workshop for a select group of students about the portrait painting, and Sergei was leading this workshop. We used male model, and Sergei was teaching us fundamentals. Мы использовали мужскую модель. Сережа, расскажи, почему, и, ну, расскажи про курс, а я переведу потом. I know, like, three of your students watching us, there is Tamami, who was live there. Remember, she used, like, beautiful colors in a painterly manner. So Tamami from Reno, Kathy from New Orleans was watching us, and Rhonda was our first student in online version of it, one what we just made it on demand. So yes, and Rhonda loved it, and I'm gonna post her feedback really soon about this lesson, and it's available already on the Red Rock website and in our online store. So this is the first digital product what we created, so I'm very proud of it. And Sergei say, like, he say, let's do live course, and he say, why not? So that's a story. Anyway, we have very nice. Ответь мне на вопрос. Многие сомневались брать этот курс, потому что хотели женскую модель, хотели рисовать женскую головку, и ты мне да, сказала, я понял. Я понял. Расскажи мне про это, почему? То есть я уже поняла, но давай всем расскажем. Ну, поскольку у нас курс учебный, значит, нужно ставить учебные задачи. Вот, когда, например, я, например, рисую какую-нибудь женскую головку, я начинаю восторгаться этими глазками, губками, ресничками, ушками. И очень-очень трепетно к ним отношусь, и поэтому мне очень сложно как-то резко моделировать это лицо. Я думаю, то же самое испытывают и большинство других, возможно, других. И поэтому мне хотелось бы взять что-нибудь такое грубое, напоминающее кирпич, вот, чтобы не было страшно
грубую прямую форму, потому что это учебная задача, это учебная задача. Okay, let me stop you here and I ask Sergey a question. Why did we select male model for our educational purposes? And the answer is kind of in a question. It's educational, so you need to study on something what you can easily explain. So when you're going about to paint something pretty as a woman's head, and Sergey, by the way, has some amazing women's portraits. One was what we featured got honorable mention in PSA prestigious exhibition Enduring Brilliance last year. Говорил то, что твоя картинка, которую мы выбрали, ну ты понял, заняла награду на PSA. And what you admire women's features and you're getting lost into like how beautiful eyes are, how beautiful lips are, and you're not looking at the shape altogether. So to learn how to paint a portrait, you need to use prominent shape with a prominent features where you can forget about the beauty in a sense and just worry about how to reflect light moving against the form. So we had a beautiful in this sense and beautiful human Valerie who posed for us and he had great face for studying. So that was very important. Можно еще вспомнить, что все великие мастера, к которым мы относимся, очень любили рисовать стариков и некрасивых людей. All old masters love to paint not beautiful in the sense of beauty standards people and older people. I guess because you can show your like you can show your talent without focusing and without model trying to look at a painting and I like myself here. Хорошо, заказ принят. We have a request to see sketches, Sergey's sketches. Maybe you will send me a picture later. Сереж, какие-нибудь скетчи, если можешь показать из зарисовки, можно, я потом в историях смогу их показать, если мне что-то пришлешь, хорошо? Да, лучше. Я сейчас не готов. Вот прямо сейчас я не готов. Ну, позже, да, мы всегда можем показать в историях как follow-up. So you need to ты очень интересно рассказываешь, знаешь, про что, про, ну, вообще про все, конечно, но особенно интересно ты рассказываешь про какие цели ставятся в портрете. Вот есть образовательная цель, когда ты учишься, есть цель на передачу света, цвета, похожесть и еще какая-то, да? Давай я сейчас попытаюсь сформулировать, но, наверное, прежде всего необходимо ставить задачи именно на, когда мы учимся, именно когда мы учимся. We're talking about what goals you need to put, like if you're studying how to paint or draw a portrait, you need to set for yourself specific goals, and we're going to talk about these goals, so Sergey is going to walk us through them. Вот, ну, во-первых, конструктивная. То есть мы изучаем конструкцию головы, и, соответственно, когда мы эту конструкцию лепим, мы должны сосредоточиться именно на правильности этой конструкции. В этом случае все вопросы, там, скажем, портретного сходства, это же учебная вещь, они должны стоять на втором плане. Вот. Другой вариант, когда ты, предположим, учишься цвет, мы сейчас уйдем. Да, уйдем. Давай как... я переведу вот эту часть. Хорошо, давай да. Я переведу. So, first part, educational part is about anatomy and about construction. So we need to build a head. So it's more technical part, and when we building a head. Is it academic? Это академическое рисование, то, что вот... Не знаю, я в академии не учился. Это как я преподаю. Okay, so you have your own method and it's different from traditional academic drawing, but
If you're focusing on a building, good foundation, good construction, making sure what head is actually looks like a head, you don't need to be concerned about does it look like a model. You just need to make sure what it looks like a head. So that's basically what you're saying. And you can, like, the goal of our course was light distribution. How light is hitting the head and what role light is playing in a portrait and how it's predetermines the successful painting. То есть цель нашего курса была показать, как свет распределяется, да, и что правильное освещение – это секрет успешного портрета. Вот скажи, у меня сейчас освещение, ну, такое, не очень портретное, да? Ну, почему? Нормально все. Нормально? Можно рисовать, можно все нарисовать. Но мы же говорим про учебные эти okay, самые. So you can draw from anything, but if you're learning, you need to follow specific light, and that was what Sergey kind of opened up on in an online lesson. Okay. I'm just reading the comments there, and people want to know about your blue, okay? They don't want to know about your technicalities. They want to know what emotional response or, like, what emotions or what's the goal of your blue. Please tell about blue. Not technical part, just emotional part. Не оставляют нас с вопросами о синем, Сергей. Придется тебе про него рассказать. Не как ты его создаешь с технической стороны, а что он для тебя делает и почему синий? Ну, во-первых, я все время сопротивлялся синему цвету. Он меня преследовал с детства. У меня были синие штаны, синяя куртка, синие, было абсолютно все синее. И как сказать, когда я пришел в институт, у меня большое было количество синей краски. Вот, голубая ФЦ. Вот, и каким-то образом у меня очень хорошо все шло с этим синим цветом, но я считал, что я хотел вырваться из плена этого синего цвета. Я хотел вырваться, но в какой-то момент, вот года 4 назад я сдался, и теперь вовсю использую этот синий цвет. Вот, я решил, что мне от него никуда не деться. So that's a fascinating story, with roots in a childhood. And yes, Anna, thank you for asking this question. So it's a kind of a long story going from Sergei's childhood. He was surrounded by the blue color and wanted to escape it anyhow. So as a kid, he had blue pants, blue parka, blue everywhere. And when he entered university, he had a lot of blue paint, so he was using it a lot, and one of his goals was to escape and get away from the blue, and he was rather successful with it. He made the change, made the transition, stepped away from the blue, and only 4 years ago he decided to embrace beauty of blue. And как Анна Лопыгина подсказывает, Сергей created his signature blue style and start actively using blue in his artwork. Спасибо. I showed some work of yours from Rio de Janeiro, from France, from all over the place. So what's your favorite destination to paint? Мы очень много про портрет сегодня поговорили, а я показывала твои потрясающие пейзажи. Рио-де-Жанейро, Франция, некоторые узнаваемые места. Расскажи, какое твое любимое место, где тебе нравится рисовать, где тебе хочется рисовать? На самом деле у меня как бы нет любимых мест. Вот, я люблю рисовать там, где я нахожусь. Я люблю... That's very wise. Let me translate this statement, because it's very important for all of us, because right now travel is kind of different this year. So Sergei doesn't have a specific place where he likes to paint.
He likes to paint where he is, where he currently is. That's very important, and I guess we can all take this advice. So be happy where you are, paint where you are. Я бы с удовольствием съездил бы еще раз в Марокко, но уже с большими размерами. Я там путешествовал автостопом и рисовал вот такие маленькие картинки. Вот, я бы еще... Но там точно не голубая бумага потребовалась бы. Там потребовалась, наверное, какая-нибудь бордовая из темных. Вот, я бы вернулся бы во все места, в которых я был, и еще бы посетил бы какие-нибудь еще другие замечательные места. Вот, хотел бы в Гранд Каньон, например. Вот это моя... Да? Но он тут недалеко, за углом вот. Буквально. Да. Синяя бумага, она вот, как, к сожалению, синяя бумага, она не дает, дает свободы. Она хорошо подходит там, где глубокие контрасты есть. Например, парки. Поэтому у меня много парков. Например, горы хорошо бы шли. Поэтому, например, Бразилия у меня тоже на голубой бумаге. Вот, я рисую и на других бумагах. Ну, в общем-то, я могу показать потом еще, присоединить. Хорошо, хорошо, покажешь. So, Сергей would revisit all the places he already painted in, including Morocco, but he say blue paper wouldn't work in Morocco really well. He would use something as deep red, Bordeaux color kind of there. And we return again to the subject of his signature blue paper. Blue paper works really well on a subject matter what include high contrasts, for example, gardens. And gardens have high contrast, and mountains have high contrast. Rio de Janeiro was painted on a blue paper, and Sergei made a note what he would love to visit Grand Canyon and Wild West of actually where Nevada, Arizona, and all other Wild West states are everything behind Rockies have signature red mountains and Grand Canyon state. Интересные комментарии. Марина говорит, просит рассказать Сергею о творческом пути. Марина, мы делаем запись, и как раз о творческом пути с Сергеем мы говорим с начала этого часа. Так что, надеюсь, вы посмотрите в записи и можете под этим видео задать свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. Анна говорит, что Сергею было бы интересно побеседовать с Рерихом. So we got a comment what Sergei would have a lot to talk about with Rerich, and they will have kind of common outlook on the landscapes. Я побеседовал один раз с Рерихом. Да? Да, я рисовал в Карелии какое-то замечательное место. Вот, это была осень, внезапно вода, остров, или полуостров, но я вижу только дальний берег. И на этом месте находится какая-то замечательная композиция из золотых берез, которые вот, деревья, которые покраснели осенью, пожелтели осенью. Я нарисовал это место, и подходит мужичок какой-то и говорит, а это, в общем-то, место, где была дача Рериха, и он тут очень много жил. Wow. So that's like actual existential experience. So Sergei was in plein air in Karelia and found beautiful composition, some floating island, beautiful golden birch trees, and he was plein airing there, and he got a local person stopped by and said, like, do you know what the famous artist Rerich had his dacha here, his house. So, and he painted a lot in the surroundings. So this way, Sergei had the chance to communicate with Рерих, but in some special artistic way. Очень крутая история. Спасибо, что поделился.
Это меня У меня, заставляет. кстати, у меня получаются такие периодические истории. Я совершенно случайно приехал в одну французскую деревушку. Я совершенно случайно выбрал композицию, нарисовал домик, и оказывается, там жил репью. Oh my gosh, that's another fascinating story. So Sergey is kind of saying what stuff like that happened quite often with him. He was traveling in France and stopping at some small French village and selected composition, put some house in it. And when he finished painting, he find out what famous Russian painter Repin was living in this house. So that's what we call serendipity. So that means you on your path as an artist if stuff like that happens, yes. Случайности не случайны. Да. Можно тебя спросить, кто из классиков и современников тебя вдохновляет? Назови несколько имен художников классиков и наших современников, кто, ну, кто тебе нравится, кто вдохновляет. I'm asking Sergey to name a few people, a few artists from the past and present and contemporary, whom he admired. Tricky question. You don't have to select favorites, but just some. Очень, очень как бы сложный вопрос. Я скажу, что мне очень нравится из современников Дашин Амдаков. Это скульптор. Вот, мне очень нравятся его скульптуры. Они меня очень вдохновляют, и в них я чувствую композицию, которая, в принципе, которую, ну, как сказать, нельзя сказать, что я ее использую, но она мне греет душу, она будоражит меня. Вот, и собственно говоря, ну, просто потому, что это как бы я вхожу с ним в резонанс. Не то, что это мой учитель, а то, что это мой из современных художников. У него, кстати, и графические работы есть, и живописные. Вот. Ну, а из старых, ну, вот все, собственно говоря. Вот. Эндрю Уайт, например. Эндрю Уайт, да. Да. Вот кто меня вдохновляет, например, в этих пейзажах. Вот. Скажу, вот, два этих противоположных художников. So, Sergey mentioned what he admires, one contemporary sculpture. Назови имя. Даши Намдаков. Дашин Амдаков. Наверное, ты мне пришлешь. Амдаков. Да, да. Пришлешь, я поделюсь тогда. Сегодня буду истории выкладывать как раз. Много интересного поговорить. Я совершенно случайно попал на его, наверное, самую первую выставку в Москве. Это было очень давно. Я был восхищен его работами. И он там, и он находится, он где-то там в Сибири. Он далеко. Okay, so I'm going to show sculptures of his in the stories later, and landscape inspiration, Andrew Wyeth. I know here a lot of fans of Andrew Wyeth. Спасибо большое за этот ответ. Thank you for sharing this, and очень много сердечек. Thank you, everyone, for pressing your hearts. Please follow Sergey Petelya, please follow Red Rock, and do not miss our future interviews. We're going to surprise you till April 15th with different artists. And please post your suggestions. We open. I think people are typing because it will take time to type question. So how many times are you traveling in a year? So how many plein air trips are you taking per year? Вопрос поставлен так. Сколько поездок выходит в год? Я думаю, что одна. Но so, я, например... Painting trip a year. Я выезжал, например, в марте,
И возвращался в декабре. That's a one big trip. So sometimes Sergei lives in March and come back home in December, and he's counting it as one trip. I have interesting question again from Larissa. She's asking, your paintings from Giverny, is it following the trend or your personal preference? Картины из Giverny, дань моде или личные пристрастия и интерес? У меня всего лишь одна работа из Giverny была. Ну вот про нее как раз, наверное, спрашивают. Ну как, ну если ты пришел в Giverny и тебе дали время просто часок порисовать, почему бы не найти что-нибудь и не нарисовать дань моде? Я попал, вот понятие дань моде, это довольно-таки странная вещь. Знаешь, что меня больше всего поразило? Когда попал в Рио-де-Жанейро, вот, мне все это интересно, но, как сказать, хозяин, у которого я жил, вот, он с каким-то презрением относился к скульптуре Христа, которая в Рио-де-Жанейро. И поскольку он был моим водителем, мы так туда и не попали. Let me say something about that. I'm я живу в Лас-Вегасе, да, и многие местные люди даже не ходят в сторону той улицы, где находится всех казино. Хотя там очень много всего интересного, любопытного, кроме даже фонтанов Белладжо. Просто местные говорят, мы живем своей тихой жизнью и в туристические места не ходим. Это такая стигма людей, живущих рядом с достопримечательностями. Да, одесситы, они не должны быть загорелые. So, Sergei said, but we started with Giverny and ended on a strip of Las Vegas. So, that's a kind of big travel in a matter of 1 minute. So, question was about, was it following the trend to paint in Giverny, or was it a personal preference? So, the way Sergei says, he had a chance to paint in Giverny and had a time. So he found subject what spoke to him, as Larissa saying, Голубой мостик, Blue Bridge, and that was his work there. And Sergei shared his occasion from Rio de Janeiro, where he had a house... I don't know how to translate, but he had a friend with whom he was staying, and his friend didn't care about Christ statue, the famous signature landmark of Rio de Janeiro. So from all time being here, Sergei didn't have a chance to visit this tourist landmark just because his friend didn't want to take him to the touristy place. Ну, если приедешь в Вегас, мы тебя отведем к фонтанам Белладжио, обещаю. Спасибо. Ну, тут недалеко, за углом. А потом большой каньон. Во, самое главное. Самое главное. Я не знаю, Женя еще нас смотрит или нет, большой и красный каньон. Вот. Это шутка из нашего путешествия. Хотя, наверное, большой каньон, это так же, как и статуя для нее. Но на самом деле нет. Grand Canyon is slightly different. It's tourist landmark, and there are several very touristy overlooks where you'll see thousands of people, but there are also places. А, Женя смотрит, она узнала, она оценила мое искрометное чувство юмора. So, yes, there are touristy places, but it depends. Like, if you're going to take a bus tour, I don't know, is it even possible nowadays to take a bus tour? That would be one experience. Traveling in a car to Grand Canyon, finding composition, what speaks to you, not from the postcard, but just something. У меня есть одна мудрость, я успею, наверное, ее сказать. Вот, но, в принципе, как, наверное, каждый человек переживает свою личную жизнь. Он рождается сам единственный раз, он там вырастает единственный раз в жизни, то есть он переживает каждую минуту первый раз в жизни, это его минута.
Вот. Если кто-то там уже 25 раз нарисовал какой-то, ну, что-то он нарисовал, почему я не могу это нарисовать 21 раз? Это мое восприятие, я хочу это дело сделать. Не потому, что все время все это рисуют, а потому, что я вдруг увидел, что действительно это красиво. That is very wise. Огромное спасибо, что поделился этим. So every human being, I will try to translate as close to Sergei as possible. So we all born alone, we all die alone. That's a common saying here. But if somebody painted already something beautiful many, many times, you shouldn't take away from yourself experience to paint something, because it will be first time for you, or maybe 101st time for you. You should live your life and experience your way. Thank you so much. Thank you, everyone, for watching us. I'm going to do some infomercials again. I'm Dasha Jamieson with Red Rock Pastel Society of Nevada. Please follow us to not miss our interviews, what we have going on, and just become part of our group. Follow Sergei Pietilev for his amazing landscapes, portraits, and everything in between. We will gonna save this interview on our account, Instagram TV, maybe on a YouTube too. So we will try our best. You can find Sergei's portrait course in our store. So this is online on-demand course. We have several students already giving us a great feedback from that. So if you want to learn how light travels in a portrait and want to start with something, that's a great way to start. Сереж, спасибо огромное. Спасибо, спасибо всем, кто вам. Смотрел. Спасибо вам, что пришли. Спасибо тебе. Спасибо большое. Будем прощаться. Нажимай на крестик. У меня будет шанс показать несколько твоих работ сейчас. Сейчас я покажу несколько работ Сергея, чтобы они в этом интервью остались. Всего доброго. Thank you. And let me show few Sergei's work. Rio de Janeiro. Спасибо, Ларинса, спасибо, Женя. Триады. Thank you all for watching, and I hope to see you soon. Please like and comment, and till we see you next time. I was going to show you. April 15th, Red Rock Pastel Society show. Yes. Thank you so much, and see you again soon. Bye-bye.